Близится 2018 год. По восточному календарю это год желтой собаки. О том, что нам готовит Новый год, как повлияет на нас самый преданный друг человека, уже размышляют астрологи. Ну а мы расскажем о том, как собрать праздничный стол. Мы решили проверить, во сколько обойдется новогодний стол. В корзину будем складывать только самое необходимое. Точнее, только те продукты, без которых точно не обойдется торжество. Каждый год в канун Нового года практически все россияне ходят в магазины закупаться. Копить деньги на новогодний стол лучше заранее. Недешевое это удовольствие. Собака – животное скромное и пафоса не любит. Но голодать она точно не любит. Поэтому в новогоднюю ночь стол не должен быть скудным. Пусть наши собачки уже давно перешли на сухой корм, но в праздник стоит побаловать их натуральным мясом, а лучше запеченной на косточке свининой с тушеными овощами. Поскольку 2018 год – это год желтой земляной собаки, для оформления блюд можно использовать желтые овощи, фрукты, желтый болгарский перец, лимоны, огурчики, яблоки и прочее. В среднем приобрести продукты к новогоднему столу можно от 1500 рублей до 2300 рублей из самых смелых возможностей. Самые ходовые товары – шампанское и мандарины. Последнее скоро будет уже сложно найти на полках. Обязательно на столе должно быть мясо. Это любимое лакомство собаки. Соответственно, праздничный стол в Новый год должен быть полон разных мясных блюд, простых и вкусных. А еще салат оливье, сыр, различные деликатесы, майонез, колбаса. У нас получился минимальный набор продуктов. Ничего шикарного. А сейчас мы узнаем, во сколько нам все это обошлось. Сумма чека почти 2000 рублей. Можно, конечно, поискать и дешевле, например, на рынке, но есть свои преимущества похода в супермаркет. А еще есть возможность заказать готовые блюда. Также мы поговорили с жителями нашего города, которые поделились своими идеями. Традиционно, как у всех, будет шампанское. Здесь вот оно уже. Оливье будет. Будет плов великолепный. Ну и много и другое, всяких салатов. Шуба обязательно. Да, шуба, рыба, мясо. Год собаки же. Мясо. На нашем новогоднем столе будут обязательно мандарины, шампанское и сельдь под шубой. Гусь в яблоках. Ну что еще? Ну все, и так, по мелочи. Ну как всегда, на столе должны быть салаты, на столе должны быть мандарины. Ну, как всегда, все тратят, ну, как минимум, наверное, 5-6 тысяч на стол, на новогодний тратят, потому что это раз в году. Хороший способ сэкономить, говорят психологи, приходить в магазин со списком продуктов и не отступать от него. Тогда семейный стол будет не только вкусным, но и безопасным для семейного бюджета. И помните о самом главном ингредиенте, без которого праздник точно не получится. Это хорошее настроение, его-то точно не купишь. Рената Гайсина, Роман Бекулов, телекомпания «Арис».